Блин, насколько у него этой магии? Нужно вот эти штуки поубирать у него. У него там магия прирост просто идет большой. Это мне точно не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Так, хода хватит на него. Не знаю. Такие пауки, конечно. Пауканы. На них разве что просто опыт набирать. Сами по себе они, ну как, тоже сильные. Кстати, сейчас будет, наверное, два удара. 35. Ну, надежда, что наш маг сможет убить ее. Плюс яд. Мага должно хватить, да. Значит, у нее удар будет. Сейчас мы его вылечим сразу. По 200 опыта. Нехило. Ну, тут такие нехилые паучки были. Ах ты ж, ёханый бабай. Он сейчас уйдет просто. Потом гонись за ним полкарты. Так, очередное ничтожество. Да, у него, походу, один на герой был. Нормальный, и все остальное вот такой вот. Спасибо. 1300 монет. Так, сквайра тут нету смысла, я вижу, нанимать. Все равно убивают. Ах. Ладно, сначала эту. Можно еще одну нанять, кстати. Так и сделаем. Деньги-то не нужны уже особо. Не знаю, выживет или не выживет она. Но пусть пробует. И... Ой, не то. Надо бы построить на всякий случай храм. Да сколько можно? Он сейчас тратит всю ману. Ясно. Ну ничего, еще одну найму. И сюда, и туда. Он явно маг. А может и не маг. Еще один. Ну, пошли на город. Так, тут тоже какая-то... ужасный вирм. Ого. Так. Заклинание. Посмотрим, что у меня есть. Немножко насобирал вот этой рунической маны. Так. Ага. Ментальные атаки. Это, наверное, паралич. Я думаю, вот это возьму. 20 броньки. Ну, на... Тут, видите... А, повреждения у меня снижены. Ну, давайте попробую. Attack!
Жердяй. Ну тут выбор один. О, господи. Ты чё такое? Так, защиты у тебя нет, иммунитет на оружие и на смерть. Значит, тебя бить бесполезно, да? Давай хоть что-то убьем. Ну, еще и защита конкретная просто. Сколько? 65 плюс 20. Чувствую, задний ряд не переживет. Так, вот это хорошо, что наш маг походил первым. Значит, яд на него не будет действовать. Мы его вылечим. Хотя на него почему-то не пошел яд. Промазал, что ли? А, не так все плохо, кстати. Так, этого будем потихонечку колупать. Стоп, а чё этот? А он вампир, наверное, да? Что он там дает? Прикосновение смерти красть уровни? Да. Был 15-й, стало 14-й. Весело. Вот это интересная битва. Ну, не то, чтобы она какая-то суперсложная. Ой, не-не-не, тут не защищает, а нужно ждать. Какой он там уже уровень? 5-й? 13-й. О, видите, убил. И сейчас мы главного героя ему попробуем убить. Надо было ждать. А, ясно. Убил. Ну и что, все равно мы ходим на следующий ход с первыми. Так, ну тут магии только. Вот эта тварь. Да? Или яд на него подействует? Ну хотя, какой яд, если я не проколол его? Все. Так, ну еще один уровень. Один город остался. Какая потеря? В Воремсе были несколько шедевров изобразительного искусства нашего народа. Видишь, от самого присутствия армии Мортиса они стали разлагаться. Это вопрос был? Видимо, да. Ой. Бери. Молодчинка. Молодчинка, девочка. 745 монеток у нас есть. Можно взять аж целого рейнджера. Ему в напарнике целого сквайра. Второго и третьего. Как-то вот так. И пусть защищают этот город. Хорошо. Тварюка сдохла. Сейчас новая вылезет. Да, у меня уже денег хватает. Он, конечно... Ой, блин, какой нафиг подождать? Бегать. Он не промазывает. Он никогда не промазывает. На другой город пошел. Видимо. Ничего, мы еще и здесь наймем.
Ага, наймем. Ну, плевать на эти города. Хотя, возможно, вот этот город не нужно было захватывать. Просто, видите, тут такая подсветка синяя. Возможно, где-то еще есть город. Так. Это что такое? Ага. Вау, синий дракон. Это туда нужно выходить. Ну, видимо, этот город придется оставить. О. Ну, сейчас можно, конечно, попробовать туда пойти. Мне просто хотелось бы посмотреть на этого дракона. Интересно же. Так, это не то. Какие-то орки. Ага. Можно и тут заглянуть на огонек. Че это, тролли? Кстати, еще какие-то. Тут какой-то алтарь. Интересно. Капец. Капец, как интересно. 395. Ну, пока он дойдет, я думаю, я смогу там нанять какую-то армию. Чисто так. Вдруг повезет. По 300 монет у меня сейчас вроде бы заработок идет. Стоп, а если я потеряю этот город, я не проиграю? Такое возможно. Так, что там на продажу? Ого! Излечивает. Так, это бяка. Тут только на глобальной карте. То же самое. Это нам не надо, потому что мы летаем. А тут я не пройду, блин. Стоп, а эти уровни мне остались? Да, остались, фу. Да, не подождать. Чё, постоянно кликаю на это подождать кнопку. Хватит? Ага. Я вообще смогу убить? Попробуем. 700. Смогу. Да ёлки-палки. Не надо вот так делать, не надо. Сейчас ядом его. А, ну магия тоже подойдет. Ух, 390. Тут уже половина опыта взята. Половина уровня тут тоже. Ну, он что-то конкретное должен был хранить. И давайте, наверное, сохранюсь. Я просто боюсь, чтобы мне не выдало, что я проиграл. Благодаря тому, что... потерял этот город. Ой, я не того нанял. Блин. Так, давай, Акалита. Сквайра. И еще один сквайр. Так тоже норм, но мне кажется, лучше тот предыдущий вариант, который я нанимал. Если не то, то то. То это. Серьезно? 100 монеток? Серьезно? Это драгоценность, которую хранял дракон? Ну и даете. Уп. И нету.
Тут можно вот так вернуться будет, если он даже захватит этот город. Да. Да. Что-то есть, ничего интересного. Это что такое? Это что-то интересное. Так, тролли. Ясно. Что с гномами? Ну, они тут не фракции. Это просто какие-то... Хрен его знает. Залетные гуси. Залетные гномы. Наверное, там скажут: «О, не приходи, не иди к нам, мы же союзники». Тут все равно ни черта нету. Так что пусть себя забирает. И что он оставил здесь кого-то? Я думаю, что да. Давайте вот так подойдем. Милорд, я предлагаю не трогать здешних гномов. Говорят, они особенно опасны и искусные воины. Да я вижу. Тут такая... штука стоит огромная. Так, это мы одним махом. На это нужно будет потратить. Сюда, сюда еще один ход нужно будет потратить. Ладно, здесь, значит, поставим защиту. Титана бы. Вот тоже бабла на него нужно. Так, тут защита есть, отлично. Туфлю кто-то потерял. Сейчас посмотрим, что там есть. Ну там тоже, наверное, какая-то фигня. Вряд ли тут есть какой-то хороший артефакт. Что это было? Ну да. Не густо, не густо. Тоже, думаю, убьем за раз, за один заход. Ну, что ж ты. Все, готов. Давай-ка ты выйди. Мы тебе дам дадим ускорение. Давай вот сюда. Достанешь? Ну ладно. Хочется посмотреть, что вот это такое, что там есть. Возможно, какой-то артефакт есть у гномов. Но если мне сказали, что не лезть, то я не буду лезть. Либо можно сделать сейв какой-то, типа резервный, и типа... Ну... Посмотреть, что там есть, если ничего толкового, то можно будет даже туда не идти. Ну, это такое. О, это как? Че себе? Просто на подходе сразу. Какая-то магия. Ловушка, наверное, какая-то стояла.
Ты чё у него пах? Ух ты, ёлки-палки, попало по всем. Том. Ничего себе. Так, и умереть можно. Наконец-то. Это наше, не приближайся. Это не ваше, не ваше. Да. Думаю, можно еще взять ускорение. Хорошо, пойдем к тому городу, который мы видели. Может, и есть тут какие-то артефакты, но... Не буду. У меня и так убер-герой. Зачем еще артефакт? У меня 700 маны за смертью. О, блин, этот опять. Ладно. Пусть живет. Сегодня я гуманный. Опа-па. Вот этого нам не надо. А может и надо? Ну, по идее надо. Можно еще качнуть. Хорошо. Правда, он один. Да, еще одна битва. Против какого-то более-менее серьезного врага, и все. Ну, вот этих двух эльфов, кстати, можно попробовать. Хочет стырить. Так, а тут был какой-то... Не был. Артефакт, думаю, какой-то есть. Так что у него денег типа нету, стоит такая, смотрит. Быть или не быть, ставить жезл или не ставить. Так, что возьмем? А вот и третий город. Что там сидит? Ага. Тоже какие-то твари серьезные. И тут, наверное, что-то серьезное, раз уж некромант сам не разведал эти поселения. Это данж. Я это называю данжем. Не знаю, просто так. Ну как нежить, вам нравится зеленая травичка? Травушка. Я думаю, нравится. Хорош. Не, ладно, пока что поэкономлю. Давай вот так сделаем. Качнусь или не качнусь, не знаю. Вряд ли. Не, качнулся. Хорошо. Стоп, а... Ага, еще один бой. Отлично. Вот. И на следующий мы атакуем город. Не, ну это уже наглость. Вот так врываться. Правда, я то же самое делаю. Сэр, мы обнаружили это у вашей спальни. Его у вашей спальни. Шпиона.
У меня нет сомнений в том, что ты шпион Верзелин. Тебя послала к нам леди Амбриэль. Я прав? Молчит. Ясно. Отведите его, этого джентльмена, в комнату для гостей и пусть сидит там, пока не заговорит. Слушай, значит, в подземелье. Ты правильно понял. Так. Давай. Даже эти зелья не использую. Хотя можно. Хотя там вроде бы 5 только можно предметов с собой брать. Ну, в следующую миссию. 165, а ты на сколько? На 75. Бьем тебя. Так. Иммунитет, защита, смерть, чума. Ого, по 90 всех. Серьезная штука. 105-170. Блин. Ее надо убивать. Архилича. Его, точнее. Этот 45. Этого быстрее просто убью. Этого сразу убью, наверное. 90 плюс 50. 140. Плюс тут есть броня. Да, давайте его. С меньшего начнем. А, у него нету, блин. Тут сколько? 66. Ну, это не пройдет урон. Ах ты, елки-палки, пятерочка. Это, конечно, хорошо, но лучше бы кто-то из вот этих двух промазал. Есть. Прошел урон. А может, магический урон не влияет на броню? Точнее, броня не влияет на урон, полученный от магического оружия. Скажем так. Я думал, будет сложнее. Тут все простенько. Но тут уже все ясно. Я родился в Тристиэле. Не могу смотреть на эти руины, но мы перед вами в большом долгу. Вы, люди, вернули его нам. Надеюсь, ты нам поможешь в дальнейшем. Ну и давайте сразу вот это зачистим, чтобы оно тут не виляло. Ну что, и третий город сейчас. Пойдем штурмовать. Только на меня бяки не кидай, пожалуйста. Спасибо. Кинул. У него реально нету денег. Не может жезл поставить. Ну хотя 150 должно быть. Что там это у 150-ки? Так. Ты что такое? Ясно, тоже. Отравлен. Мы либо сделать какие-то другие модельки там. Что у них там? Черные лица какие-то. Сочится из всех дыр. Черная жижа. И так далее и тому подобное. Так, мне нужен... Сколько мне есть? Еще 80 хватит. Вот это вот. И ускорение. Еще-то там можно что-то еще взять. Можно взять инициативу. Вроде бы есть. Да. Да, наш маг будет быстрее ходить, чем их маг. Если там, конечно, есть маг с такой же инициативой, как у нашего. Ну вот, это маг. Так, и что еще бы я взял? Такого интересного. Повреждение можно. Это магия воды, это нам не поможет. Магия воздуха тоже не поможет. А, тут огонь, кстати. Тут смерть.
Атака, имею в виду. Так, вот этого, наверное, хотя они по разные стороны, но все равно его он больше. Хм. Смерть, смерть. По 70 каждому, по 80 каждому. Начнем с малого. Защиту он не может встать. Ладно, придется атаковать. Фух, пережили. Сейчас поснимает это все проклятие. Кстати, неплохой тоже вариант вот это. Я просто раньше всегда брал лекаря, который лечил одну цель на много хитпоинтов, но она вот лечит всякие вот эти вот фигни, скажем так. Инициатива 40, у нашего 44. Давайте рискнем. Надеюсь, он не проможет, поэтому. От этого зависит его жизнь. Не понял. Что за фигня? У нее 40 инициатива. Че он нахуй походил быстрее, чем я? У меня 44. Че за хрень? Нечестно. Совершенно нечестно. Так. Ну, давайте. Добью. Последний удар. Мухи летают. Голиан прав, видения оказались правдой. У вас получилось. Конечно же, у нас получилось. Разве были сомнения? Нет, вообще-то не было. Хо-хо-хо-хо. Пришло время встречи с Лачлан. Я остаюсь со своим народом в Тристил для помощи в восстановлении, но укажу вам дорогу для встречи с нашим пророком. В живых никто, никого не осталось. Ты что, слеп? Смотри, сколько живых. Это тебе надо посмотреть повнимательнее, Миллу. Они все или больны, или умирают. Они и до конца сезона не дотянут. Ерунда, мы так долго сражались, мы не сдадимся. Миссия успешно выполнена. Освободив города эльфов, Эмри получил драгоценных союзников в лице эльфов. Жители... Абриссел соблизнует детям Галидана и ужасы. И ужасы, с которыми они встретились в трех городах, только укрепили стремление объединить империю. Эмри пошлет своих людей на встречу с посланником эльфов, надеясь на то, что он наконец-то сможет разрушить препятствия между двумя нациями. Хорошо, берем героя нашего. Берем, сколько там предметов можно взять? 5. Да, 5 предметов. Тут все равно вот эти штуки, ну это такое. Я не использовал. Можно было и использовать. Так, вот это главное взять. И вот это. Так, это. Пацан, больше напряжения в битве. Подведем взять и предметы. Меньше повреждений и больше опыта. Хорошо, друзья, на этом я заканчиваю первую миссию. Вот, встретимся уже в следующей серии, где продолжим со второй миссии. На этом всем спасибо за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всем всего хорошего.